интересные работы представлены здесь. Это последние работы Прибалтики, Средней Азии. А вот, это... кстати, дворец культуры в Нелине, в Алмате, зрительный зал. Великолепная архитектура. Да, получили премию государственную. Да, это тут большая группа архитекторов работала под руководством Николая Ивановича Репинского. А это известный человек. Очень интересный человек, замечательный. Вот, кстати, там масса других объектов было сделано на таком же уровне. Это интерьер его, да? Да, это фойе этого зала. А это уже Каракум строй, да? Селиса Лемпорт, покорение пустыни. Мастера. Бетонный рельеф. Вот в сочетании с этой зеленью, с водоемами, различной формы водоема. Причем масса струй самого различного направления, система каскадов. Красиво. Все это впечатляет. Ну да, если работает. Конечно. Конечно. В условиях Средней Азии можно представить, что это очень здорово. Вот дворец культуры, козырек. Далматинский. А это уже опять Ашхабад. Да, это библиотека. Это, вот эта вся площадь очень интересно задумана. Ну, теперь уже мы попали в Ленинград. Спиранского, последняя работа. Очень приятный интерьер, потолок, деревянный, это второй мрамор. Этаж фойе гостиницы Ленинград. Там очень гобелен красивый. Это где белый мрамор? Да. А сейчас интересные художники работают с архитекторами. Вот ты не знаешь Геннадия Акаева? В ресторане гостиницы Ашхабад из цветного стекла на всю тему. Туркмения, современная Туркмения. Что сам все от начала до конца? Все своими руками. И каркас вязал, и стекло отбирал, и вставлял сам. Работа огромная и очень красивая. Вот это проект художника Эпле. Предлагаем город будущего Пешеград. Город спланирован так, чтобы сохранить в городе здоровую естественную среду. Поэтому весь транспорт уходит под землю, а все преимущества отдаются пешеходам. По этому принципу можно реконструировать и любой старый город. Ну, вот, любой, это возможно, автор сегодня вечером будет Александр Васильевич, там собираются и расскажут. Что, вы чай с бутербродами, народ все свой. Проходите, пожалуйста, к столу, я что-нибудь еще принесу. Хорошо, я вас слушаю. Так красиво, простор, решено, простор. Хороший, интересный салат. Просто красота. Не надо бросаться словами. Красота — это очень сложно. Очень. Будто бы. По-моему, красота — это очень просто. Да? Вот сидит красивая женщина. Здесь все ясно. Все относительно. Да? Ну как ты? Не надо ее трогать. Я не трогаю, я касаюсь. Касаться и лететь. Надо ведь стрижа, что ли? Если угодно. Куда, голубчик? А это не важно. Важен процесс, касаться и лететь. Лети, брат, лети. Вот именно. Не сердись. Ты даешь ему повод. Никакого повода. Он смотрит на тебя, как на собственность. Глупость идиотская, не хочу даже слушать. Если сейчас так, представляю, что будет потом. Потом не будет. Не понял. Вообще не будет никакого потом. Действительно, на кой черт все это надо, если уж сейчас так? Ну, погоди. Да не буду ничего гадить, тупость какая. Можно подумать, он меня облагодетельствовал. Откуда эта дурацкая фанаберия? Видите ли, если он соизволил протянуть руку, ты должна пасть на колени, распластаться и ползти. Да я умнее тебя во сто крат, умнее и талантливее, ты это великолепно знаешь. Все это твое преимущество, штаны. Ну, что касается штанов, они у тебя тоже есть. И тоже, вероятно, талантливее, чем у меня.
Он еще острит в дубе. Не ходи за мной, это совершенно бесцельно. Поссорились. Ради его запием ко радости для прославления озаренной делами праведными души светлой Александры Васильевны. Да примет ее дом быта с радостью и погрузит бытие новые модельки веков. Аминь. Вы чуть не опоздали уже, ну все, что осталось. Не так много. Несите все это вниз, там. Дайте им хоть что-нибудь съесть, они же все-таки потрудились для человека. Потом они вернутся и поужинают. Николай Николаевич. О, здравствуйте. Здравствуйте. Николя. Что делать? Шепелька. Шуренька. Вот она. Баринцесс. Какая прелесть, а? И вот этот тип уводит ее от нас средь бела дня, как коня с ярмарки. Не допустим. Да что там не допустим. В мастерской образуется вакуум. Мы приходим, а Тани нет. Какая тоска. Да я там. Нет. Там. Нет. Это уже не та Таня. Это совсем другая Таня. Та самая. А почему в пальто? Ну что, собралась уходить? Не знаю. С нами уже не интересно. Остаться? Ну, конечно. Тут же вопрос. Мистер Рафаэль, вы знакомы? You're welcome. Pleased to meet you. Delighted. Thank you. Let me take care of your coat, will you, please? Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Давайте познакомимся. Сидите, сидите. Меня зовут Мария Владимировна. Калмыков Дмитрий Андреевич. Вам нравится здесь? Да, очень. А что нравится? Все. Комната, люди, шум. Я отвык от Москвы. У нас тихо. Где у вас? Далеко. Где далеко? На северо-востоке. И что вы там делаете? Устроим помаленьку. А вы что делаете? Почти ничего. Так понемножечку. Вот в гости пришла к Александре Васильевне. Я у нее работаю. Вы ее знаете? Ну еще бы. Иначе как бы я сюда попал? Очень просто. Вас мог кто-нибудь привезти. Видите, сколько здесь народу. Что же вы думаете, она всех их знает? Это все симпозиумы. Ну, я тоже симпозиум. Ну да, я так и поняла. Только я знаю Александру Васильевну очень давно. Я же учился у нее. А, так вы еще совсем молодой. 34. А мне 29. Я тоже училась у нее. Потом работала у нее в мастерской, потом ушла. Почему? По глупости. Я много делаю глупостей. Впрочем, пожалуй, не больше, чем остальные. А какие глупости? Выходила замуж, например. Ага, да. О, черт знает что. Ругались. Как всегда бывает, повышенная требовательность, прочь такое все. Ревнует, наверное, да? Да. А что, Агасфер пришел? Да. Вон. А, да. А кто это Агасфер? Простите, вас не познакомила. Калмыков. Дмитрий, кажется, вы сказали. Да, Дмитрий. Да, Таня. Таня Павлова. Она тоже архитектор.
Боюсь, что здесь все архитекторы, целый батальон. Да. А Гасфер, действительно, почему, я уж как-то не помню. Потому что вечный, наверное. Да, без возраста. Да. Кажется, так. Вечный. Так это же Палладий. Ну да. Вы его знаете? Ну, еще бы как не знать. Вы у него учились? Немного. Все у него учились. А что толку-то? А в чем это? Да вот, говорю, замуж выйти, и все тут. Не смей, ты способная. Ты что это, Маша? Да ну, выйду, наверное. Не смей. Маша, ты хоть Митю-то не пугай. Вообще-то у нас человек храбрый, только сегодня что-то притих. Ты что притих, Митя? Дай-ка тебе чуть налить. Да нет, спасибо. Ну, как спасибо, Александр Васильевич. Вот он, пожалуйста. Ах, вот он где. Ну? Шейк. Видит здоровый взгляд, ясный. Шейк. Видел твои прожекты, брат. Штука, штука, штука. Да будто бы. Так ли? Так, так. Давай, сядь. Можно? Ну что, Павлик, Чайльд Гарольдом стоит каким-то. Отдыхаю в толпе. Только ты максималист, брат, ужасный. Определенно максималист. Я еще пирамиды твои помню. Я пирамиды-то давно срезал. Ванка? А вот с тех пор и пошло. Максималисты все тут. Вот есть такое суждение. Ну вот видите, уже и суждение есть. Откуда же? По надобностям людским, только-только. Ну, куда хватил по надобности? Надобности людские безграничны, брат. Это еще Митя Карамазов сказал. Ох, широк человек, не худо бы обузить. Нет, не так. Я бы обузил. Да. Вот и обуживаем помаленьку. Да нельзя. Нельзя обуживать. Грех. Грех. Словечь какой резвяк. Грех. Alors, vous comprenez, c'est bon. Les vers de Verlaine, c'est inouï. Vous le voulez nous réciter, madame? Avec plaisir. Écoutez. La lune blanche luit dans les bois. De chaque branche part une voix. Sous la ramée, au pied. L'étang reflète profond miroir. La silhouette de saule noir. Le vent pleure, rêve, c'est l'heure. Так никто не пишет сейчас. Мы еще не пишем. Да не читают тоже. Да, ты Вилля. Мы сейчас пойдем вниз, а вы еще почитаете потом. Ну что ж, там, кажется, Мексику собирается показать. Угу. Пойдемте, посмотрим. Пожалуйста, нас ждут. Спускайтесь. Прошу вас. Это в первом этаже. А там с третьим. А куда мы, собственно, идем? Как куда? В мастерскую Лемпорта и Силиса. По этой же лестнице, первый этаж. А. Познакомьтесь. Силис. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Петр Эйзенштейн. Поразительно, как мы все-таки мало знаем друг друга. Я слышал об этой мастерской Лемпорт, Силис, а вижу все это впервые, а мог бы не увидеть совсем. И считать, что ничего этого нет, а это есть сатанинский труд. Неужели все вдвоем? Вдвоем. Плодовитые ребята. И талантливые при том. И это есть. На дома все это надо, в дома. Сколько домов украсить можно? Вот интересные мужички, да? Опрокинули мир, сидят, покуривают. А это что такое?
А это подумал. Ну что, Лев, начинаем. Погасите свет. Вот, товарищи, Мексика. Великолепный пейзаж. Традиционная Огава. Такой пейзаж вас встречает при въезде в северную часть города, если ехать на машине. Это город Теотиуакан, древняя столица ацтеков. В первом веке до нашей эры этот город был крупнее, чем Рим и Афины, с огромным населением. Это в 100 километрах от Мехико. Вот две пирамиды знаменитые, пирамиды Солнца и Луны. Они реставрированы, да? Нет, они просто в первозданном виде. Просто раскопаны, так временные остались. А за последние годы здесь производились большие археологические работы. Значительная часть раскопана именно в последние годы. Это фрагменты вот этой пирамиды с каменными зверьями, с драконами, химерами. А назначение есть у них какое-то? Вот это, скорее всего, ритуальное. Свирепое художество. Пирамида ацтеков в городе Тула. Какая смешная пирамида. Да, это кариатиды каменные резные поддерживали кровлю храма. Вторжение индустриального города в архаический пейзаж. Создание очередного хаоса. Не совсем ералаш. И въездные обелиски в южной части города, на улице Инсургентов. А это что, цирк? Нет, это строится здание, крытая арена для корриды. После просмотра напомню тебе, что скажу. К сожалению, нет, сложный сезон. Испанская церковь времен Кортеса. Действующая? Да, их много сохранилось там. И вот вам, пожалуйста, современные жилые панельные дома. Вот они, родные. Административное здание. Дмитрий Андреевич Кумаков посвящается. Да я это осмотрю. Перекличка гениев. Смотрите-ка, действительно пирамида. У тебя-то, Митя, помнится, имелась в виду солнечная ловушка. А здесь-то солнца достаточно? Зачем она здесь? Ну, а в Мексике-то солнце ходит по меридиану, а боковые грани как раз отталкивают солнечные лучи. Шнебельная гостиница в центре города, одна из самых дорогих. Здесь каждый номер имеет отдельный свой садик. Все номера изолированы от проезжей части, обращены в тихую зону. Вот видите, для машин пандусы специальные под гаражи туда ведут. Смеловцы-то работают, ребята. Автомобили и бабочка, техника и природа. И одна из достопримечательностей этой гостиницы – живая морская волна. Вот смотрите. Да, видно, видно, видно. Какой-то, хорошо, да. А? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, старинная карета. Смотри, действительно, там в глубине. А вот и Сикейрос. Положим, это Диего Ривера. Это цветная мозаика на здании театра инсургентов в Мехико. Здесь вся история мексиканской революции. Все президенты. Да, вот они. Олимпийский университетский стадион в Мехико. И над входом каменная мозаика, тоже Диего Риверы. А вот это уже Сикейрос. А техника выполнения? Металлический рельеф, покрытый несмываемыми красителями полимерными. У Сикейроса много работ было уничтожено студентами-фашистами. И теперь он работает только несмываемыми красками. Да будет. Критика всевластна. Хотите, сейчас разгромлю вашего Сикейроса? Камня на камне от него не останется. Давай. А ты знаешь, это даже не смешно. Не мешай-ка, брат, смотреть. Все время тараторит, не дает смотреть.
Лёв, а что если выключить магнитофон? Не стоит. Нет. Вот он сам. А, вот ты где, голубчик. Сподобился? Да, постоял рядом с великим. Имел беседу. Это студия Сикейроса в Карнаваке. Открытое ателье, где он работал над эскизами для фресок, для полифорума. Вот увидите конструкции, при помощи которых поднимались эти асбацементные листы, на которых он писал. Большого размера, не 3 на 3 метра. А всего он здесь написал около 4000 квадратных метров этой живописи. Музыка. Гром. А, Танюша? Каков старичок? Нравится? Нравится. Старичок. Один знакомый. И вот, маэстро, за работой. Тихо, тихо. Больно. Больно. Будто бы. Пришел в Карнаваке, что ли? Да, вот это на студии в Карнаваке. Открытое ателье на воздухе. В руках краскопульт, потому что кистью обычно контур он прокладывает. И такие огромные масштабы работ, такие плоскости, да. Что тут кистью не управишься. Это эскиз росписи для полифорума. Соавтор. Приобщился. Ну что, уже лучше? Ну а как же. А вот это Христос. Тут любопытная история. Ватикан заказал 10 прогрессивным художникам мира, в том числе и Сикейросу, изображение Христа. Сикейрос сделал и послал в Ватикан с надписью: «Чего ж ты достиг своим учением за 2000 лет, а?» Это 40-этажный отель «Мехико», новая гостиница, строящаяся, и здание полифорума. Вот цветок в плане 12-гранный. Парк старинный Дела Лама с пальмами, эвкалиптами. А это внутренняя сторона ограды этого парка, на которой размещены портреты соратников Сикейроса по монументальной живописи, муралистов Ороско, Ривера, Ворман. Портреты выполнены из гнутого металлического листа. Вот 75 лет. И в эти годы он завершил гигантский труд. Огромную работу по росписи полифорума. Это в интерьере фрагмент фрески «Марш свободы народов Латинской Америки». 2000 квадратных метров по кругу внутри зала, а зрители стоят на движущейся платформе. Действительно сила. Вот, и тебя пробрало. От таланта и сила. А че там рубит с плеча? Здоровье! Просто здоровье. Здоровье тоже талант. Любовь. Вот. Первейший талант. С него-то все и начинается. Да. Этот образ проходит через все творчество Сикейроса. Женщина-мать, спасительница мира. И руки, зовущие к действию. Центральная часть фрески. Обманство? Ну, хитер. Протащил все-таки свою контрабанду. Прошу извинить, чистая случайность. Сейчас остановим. Не надо, интересно. Это что, завод в Туз, что ли? Да, завод. А что, на уровне мировых стандартов. Все как у людей, разделано под орех. Зримые черты низкопоклонства. Зажгите там что-нибудь. Well, what did you have to go and stop it for? Oh, come on. Let's have some more. It was great. Что здесь это интересно? Еще есть? Да тут много чего есть. Вот коробочка специально для симпозиума мультипликатора приготовили. Ну давай, что ты ждешь? Это самое интересное. Сейчас покажем. Давай посмотрим. Архитектуры. Краткая, но поучительная. Слышал, слышал. Когда-то в давние времена Земля была идеально круглой. Может быть, потому что на ней не было еще ни одного здания. И жил на этой круглой Земле пятиконтроп Вася. Однажды, в день его рождения... Когда
Васины именины, и стекли мы каравай, 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 материалы выбирай. Гранит выбрал Вася, а впервые появились архитектурные излишества. А потом жил-был фараон, тут-там хамон. Однажды в день его рождения... Как натудили именины, мы постигли каравай, 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 барельефом покрывай. Афин. Парфенон. Парфенон. Эталоном станет он. Древний Рим. Колизей, колизей, травертина не жалей. Готика, ренессанс, барокко, архитектурное напряжение возрастало. Вот такой ширины. Вот такой вышины. Эй, творец, не зевай, чего хочешь, применяй. И обидели зодчие одной бюджетной проектной организации. Что же это выходит? Им можно, а нам нельзя. Чай 20 век. Техника при наличии архитектурного наследия решает все. Твой дворец монументальный, тем эпоху отражай. Ты давай, не зевай, все эпохи обдирай. Ты давай, не зевай, все эпохи обдирай. Увы, так бывает всегда, когда искусство требует слишком больших жертв. Если больно, если не больно, помни, нету другого пути. Если больно и если не больно, упрости, упрости. Не тревожьте пропорций и линий, нам с Баженовым не по пути. Штукатурку, гранит, алюминий, упрости, упрости. А когда до конца упростишься, на творенье свое погляди и скажи ты искусству чуть слышно. Ах, прости, ради Господа, прости. Хозяйка просит дорогих гостей. Был дело, сеньор. Я виноват. Вот ты виноват. Каждый дом как человек. Вот с этой улицы говорить не о чем. Здесь, может быть, все и правильно. Но скучно необыкновенно. Глубоко чувствуете предмет? Образование. Так почему же не работаете? Как не работаю? Работаю, Александра Васильевна, в меру сил. Да нет, я в том смысле, чтобы самой попробовать. Ох, голубчик, критиковать, создавать вещи сугубо различные. Вы этого не замечали? Да нет, это я замечал. Ну что, мы остановились, пошли. А куда мы, собственно, идем? Я домой. А куда вы, не знаю. Ну и кто же вас дома ждет? Папа, мама? Папы и мамы нет. Что, впрочем, вам совсем не интересно. Вам интересно знать, есть ли муж? Мужа тоже нет. Живу совершенно одна. Так что вам в самую пору начать свою атаку. Что вы остановились? Вот видите, вы уже и на попятный. На попятный, на попятный. Осторожнее. Мужа вы только что видели. Это Архангельский. Какой Архангельский? Это тот, что касаться и лететь? Да, тот самый. Так ведь он ушел с этой, с длинной, стриженной. Ну да, со своей женой. Теперь все ясно. Да, вот видите, вам уже все ясно. Хорошо, если бы и мне. Я пошла. Постойте. С
знаете что? Вот что. Выходите за меня замуж. Господи, да что это вы в самом деле? Это совершенно серьезно. Давайте разберемся. Ну, давайте. Вы знаете, у меня на этот счет есть даже своя теория. Ах, даже? Да, представьте себе. Все беды происходят не от того, что люди поступают неправильно, а от того, что они вообще не поступают, ждут чего-то в то время, когда надо поступать. Так. Ну, завтра вечером я уезжаю, но бог весть, когда еще снова окажусь в Москве. И самая большая вероятность, что мы с вами больше никогда не увидимся при каких-нибудь совершенно иных обстоятельствах, где вы снова можете оказаться за кем-нибудь замужем. Да, совершенно вероятно. Вот видите, и неизвестно, что это еще будет за муж. А перед вами прекрасный человек. Ой, это удивительно. Нет, а что тут удивительно? Вот несчастье, все бывало. Но такого еще не было никогда. Да мало ли что с вами не бывало. Пошли. Но к себе я вас не пущу. Да я не собираюсь, вы как-то неправильно все понимаете. Мы идем к Александре Васильевне. Но я хочу спать. Завтра выспитесь. Ой. Мы еще погуляем по городу. Вы мне расскажете про скучные и нескучные улицы. А вообще-то я человек серьезный. Да вы сами в этом убедитесь. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Утро. Проходи, пожалуйста. А вот как и мы. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Молодцы, что пришли. А Таня сказала, что ты сегодня обязательно проспишь. А я и не ложилась. Доброе утро, Митенька. Шуренька, вот газеты. Здесь прекрасная статья в «Комсомольской правде». Всего один шкаф. Я ее подчеркнула красным карандашом. Прочти обязательно. Непременно прочту. Вам с молоком? Нет, спасибо. А мы бродили, надумали вернуться. Да и время на работу, уж какой там сон. Ну, и где же вы бродили? Бродили по улицам. Ну, что вы бродили? Ну что, Таня права, нельзя так привязываться к людям. Можно, можно, пусть расскажет. Вот Дмитрий Андреевич хочет, чтобы я вышла за него замуж. Вот. Я так и знала. Что ты могла знать? Да уж знала. Да он шутит, наверное. Нет, нисколько. Может, и не шутит. Он из Москвы также вот уехал. Решил раз и уехал. Смотри, Митя, с этим не шути. Тут вас двое. Я пошла. Ну что ж ты, согласился? Глупости все это. Ничего не глупости. Соглашайся и все тут. Перестань. Митя, это что это? Александра Васильевна, никогда в жизни ничего подобного со мной не было. Вы же знаете, я не отступлюсь. Ну, мы пошли, а ты поспи здесь до самолета. Нет, я пойду с вами.
И вообще, один никуда не поеду. Вопрос для меня решен. И ты считаешь, что этого достаточно? Ну, не знаю. До свидания. До свидания. Показать тебе образец двухкомнатной квартиры. Таких у нас 400. Вот первая комната. А вот вторая. Но можно сделать и третью. Скажем, поссорились, хочу уединиться. Пожалуйста, уединяйся. А помирились? Опять вместе? Да. О вашем доме я уже кое-что читал и порадовался душевно, что двинули, наконец, такую затею в дело. Я же помню, как все это замышлялось. Ну, можно же когда-то начинать. Только так. И что же, общая столовая на каждом этаже? Ну, конечно. Пойдем, я тебе покажу. Вот ванная. Так, понятно. Ну и не одна столовая. Как говорится, не хлебом единым. Есть еще спортзал, клуб, кинозал, библиотека. Вот столовая. Да. А это кто ж делает? Да есть энтузиасты. Вот Наташа Максимченко, например, это ее работа. И что ж, все остается для жильцов? Ну, конечно. Щедро. В этом же все дело. Здорово. А тогда все так спорили. Я даже помню, как Паладьев кричал. А если я не люблю вашей общественной пищи? Если я захочу приготовить себе что-нибудь вкусное? Ну, подразумевает, что общественная пища должна быть вкусной. Ну, казалось бы. А если хочешь готовить сам, пожалуйста, готовь. В каждой квартире есть своя маленькая кухонька. Ты что, проглядел? Проглядел. Давай я тебе покажу. Это интересно. В каждой квартире. Можешь удостовериться. Вот кухня. Можешь жарить свою яичницу или омлет. Да нет, Паладьев кричал про борщ. Вари борщ. И чтобы весь дом пропах борщом, кричал тогда Паладьев. Я же помню. Не вари борщ, если ты благородный человек. Вот тут все и начинается. Если ты благородный человек. А что ты хочешь сказать? Что человек необратим в духовной нищете своей, да? В своем стремлении сделать свой дом своей крепостью. Ну, почему? Говори, голубчик. Договаривай до конца. Да зачем же мы заварили всю эту кашу? Дорогая вы моя и ненаглядная. И уж зато вам спасибо, что поставили вы эту свою знаменитую каракатицу. Да-да, каракатица, ты откуда знаешь? Что слухами земля помнит. А что касается борща, то все предусмотрено. Вот, протяни руку. Чувствуешь, какая вытяжка? А здесь глушитель от шума. По поводу вентиляции вы мне расскажите поподробнее. Это вопрос для меня первостепенный. Все расскажем, ничего не утаим. Так что Николай Николаевич проявил неверие в технический прогресс. Да, чисто выполнено. Это как раз по Машиной части. Я ей поручила. Она человек строгий, жестокий даже. Ну, будто бы я что-то не заметил. Где ж ты мог заметить? Я же о работе говорю. Да ты знаешь, я и за собой замечаю. Ожесточила за последнее время. Александр Васильевич. Сейчас иду. Садись. Чуть расслабься. Расскажи-ка про себя, как у тебя дела идут? Да как идут? Идут помаленьку. Трудно, конечно. Вот затеяли мы нечто подобное, только в иных обстоятельствах. Посложнее дело. Ну да, климат. Все начинается со свай, вечная мерзлота. А люди хотят и имеют право жить по-людски. Ну и сама работа в этих условиях требует поощрения. Ну там повышенным рублем это делается, но всех вопросов не решает. Люди приезжают, не устраивают условия. Уезжают. Значит, надо создать полноценную культурную жизнь.
Ну и зимой такая маята. Дня почти нету. А уж запуржит, так пронеси, Господи. Вот тут-то бы и надо дать человеку что-нибудь, так сказать, в покрытие его усилий и подвигов. Не водкой же в самом деле расплачиваться. Вот именно. Ну вот исходные позиции. А дальше всяческие противоречия. Дом-комплекс ставить под колпак. Ну, проект этот вам известен. Говорят, хотим дышать настоящим воздухом. Ну, а как им дышать, если на дворе минус 50, да еще с ветерком? Вот тут и подыши. Замирает жизнь. До школы не добраться, до больницы не добраться. Это хорошо, если в городе. А если на разработке? Ну, там на месяц-два. Балки, вагончики. Там пакет сейчас придумали. А если на годы? Ну, вот мы тоже так хотим. Нас ругают. Слышали? Максималисты. Ну, а как иначе? Раз заявлено по труду, значит, по труду, если уж привилегии, так по тяжести труда, а не по сложившимся традициям. Ведь так надо рассуждать? Только так. Да что я вам доказываю? Вы сами все прекрасно знаете. А скажи, Митя, ты действительно решил жениться на Маше? Конечно. Но если так, я отпущу ее. Она человек. Так в том-то и дело. Жестокая, говорите? Ну, значит, полюбил жестокую. Ну, хорошо. Ты извини меня, я должна идти. А ты еще посмотри, походи здесь, что тебе интересно. Хорошо, спасибо. Ты забежишь до отъезда? Обязательно. Толку от тебя не добьешься. Ну, о чем хоть говорили-то всю ночь? Говорили об архитектуре. Тебя это устраивает? Кто это? Никого. Как тебе не надоело прикидываться? Я говорю с тобой совершенно серьезно. А ты прикидываешься. Ну, что ты от меня хочешь? Ну, даже если это всерьез, что я про него знаю? До вчерашнего вечера даже не слышала, что есть такой человек. Не прикидывайся дурочкой. Не кричи. Да не могу молчать. На моих глазах совершается величайшая глупость. Ты же отлично видишь, что это за человек. Это прекрасный человек. Он вчера мне об этом сам сказал. Да. Ну, и что я правильно сделал, что сказал? Если ты не понимаешь. Да. Что ж ты думаешь, я утратила способность видеть, различать? Ну? Страшно. Что? Страшно еще раз ошибиться. Вот что я тебе скажу. Если ты этого не решишь, я его у тебя отобью. Приложу все силы. Предупреждаю тебя официально. Да, да, да. То-то, брат, испугалась. Но я тебе все сказала, а ты решай. Я пошла. Пойдем. О, здрасте. Здравствуйте. Я ухожу. Ну, подождите минуточку. Так как? Все тоже.
Что ж. Давайте попробуем. Да. Это удивительно. Будто я все это во сне видела. Да-да. Конечно. Такое жилище должно быть созидателем гармонии и красоты. Ну, а чем плохой дом? Калмыков, Калмыков, да чего же вы русский человек? Маш, долго ты еще будешь называть меня на «вы»? Не знаю. Пока не привыкну. Сейчас надо заняться делом. Надо привести все это хотя бы в относительный порядок. Так приведем. Потом мы сядем где-нибудь вот тут. Если будет на что сесть. Поговорим о жизненных перспективах. Так это все в наших руках. Вот, пожалуйста. Ой, Калмыков, Калмыков. Зачем ты придумал всю эту нелепую затею? Хватит. Достаточно. Опять достаточно. Ну ладно, пойдем, я покажу тебе дом. Начнем с камина. Этот камин, Маша, я сложил своими руками. Ишь ты. Был душевный порыв. Но не скрою, предполагался семейный очаг. А-а-а. Не состоялось. А намерения были, были. Ну, Бог простит. Ну, спасибо. А камин славный, бутылки очень украшают. Ну, это Коля. Коля здесь жил, хороший парень, я тебя познакомлю. Да, как хорошо, когда есть Коля. А там вещица какая-то красивая, уютно устроилась. Ну, это наверняка, Коля. Ой. Вот, рабочие ватные брюки. Хорошая вещь, уважать надо. Вообще, Машенька, кто здесь только не жил? Мастерская, общежитие, Коля здесь жил, только я один здесь не жил. Я сразу перебрался в гостиницу на общих основаниях. Ну, скажи, ну, зачем одинокому такие хоромы? Комната раз, два, спальня наверху. Ванна. А ты погляди, какая кухня. Да, роскошная палаца. Как говорится, вышла за богатого. А почему здесь никто не приживается? Да не знаю. Привидение. Возможно. Ах, милый, окна. Окна загнул по моде. Увлечение юности. Да, зимой тут поди-ка, ого-го. Жутко представить. Эффективная температура 3,5? Но плюс. А может быть, минус? Ну, Маш, ну почему же сразу минус? Ну, бывает прохладно, но плюс. Все-таки плюс. Плюс. Добавим отопление, приведем все в надлежащий вид. Ты же у меня специалист по интерьеру. Да. На тебя вся надежда. И свадьбу. Все же. Для порядка. Ну, из чисто деловых соображений, ты увидишь сразу всех людей, с которыми тебе придется иметь дело. А люди это все отличные. И жизнь твоя станет необыкновенно легкой и приятной в этих местах. Нет, ну это увидишь. Вот такие наши перспективы. Ну, а если к этому еще добавить здешнюю природу? А, Маш, пойдем?
Ну так как? Удивительно. Твоя! Такие, брат, дела. Ну, а ваш-то новенького? Что новенького? Динамо выиграло с блеском. 2-0. Да еще один мяч засудили. Это новости московские. Я сам там был. Ничего не засудили. Засудили? Не было офсайда. Играть надо лучше. Будь добр, притормози в институт. Угу. Ну, счастливо. Пока. Ой. Как вам едет, брат? Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам привез кое-какую корреспонденцию. Нам надо поговорить. Хорошо, потом. Привет. Привет. Привет, привет. Здорово, братцы. Здравствуйте. 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 Привет. Ну, как вы тут, без начальства? Соскучились. Привет, да, кстати, на. Это тебе изучай. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Оля. Елена Евгеньевна. Привет. Александра Васильевна подарила, только что вышла из печати. Привет. Для громкого чтения. Тут есть статья Астермана. Как там? Статья Астермана, начни с него. Да ничего. Может быть, расскажешь, как все было с проектом, что говорили? Что говорили, опубликовано с иллюстрациями и портретами. Что касается проекта, так... Ничего. Узнаю урок. Что касается проекта, так вот в этом смысле, Макси или Мини... Большинство, как вы понимаете, за Мини. Естественно. Ну, есть и за Макси. Это я вам расскажу подробно, доложу. Света. У меня вот здесь была целая пачка копирки. Иди она. Что я брала? Мало, принеси-ка еще. Не иначе циркуляр по институту. Примерно. Спасибо. Инстинкт и интеллект. Надо думать, что помимо сознательной деятельности, инстинкт жилстроительства через гомонит и первобытного человека на уровне подсознательного, атовистического, должен был быть передан и нам, сочленам вида Homo sapiens. Уж не потому ли все без исключения разбираются и свободно судят об архитектуре жилища, а заодно и об архитектуре вообще? Лихо. Надо бы Богачеву дать почитать. Не наваливайся на Богачева. Богачев прекрасный человек. Пожалуйста. Только почитать ему эту цитату весьма не вредно. Да-да.
Это впрямую относится к нашему градскому архитектору Тыщу Розанову Сисичу в связи с переездом на новую квартиру. Ага. Ну, да, да. Головная деятельность и жилище. Интересно. Давай. Какова взаимосвязь между головной деятельностью человека и его жилищем? По-видимому, здесь нет четкой специфики. Лев Толстой создавал «Войну и мир» в комнате под сводами Ясной Поляны. Помнится, что ее площадь 12-15 квадратных метров. Формула Е равняется МЦ квадрат была написана А. Эйнштейном за обычным письменным столом. Гений человечества Владимир Ильич Ленин работал в крестьянской избе глухого села Шушинского, в шалаше в Разливе, крохотной квартирке в здании судебных установлений в Кремле. Так что прежде всего, слушайте внимательно. Прежде всего, для успешной головной деятельности в жилище нужна сама голова. Это простая, но глубокая мысль. Дано. Что дано, то дано. Ну а что там дальше? Ну, почитай еще. Понравилось? Ну, все. Ну, а как вам вот это понравится? Очередной сюрприз Колбыкова. Совершенно верно. Что такое? Это да. Дмитрий Андреевич, как это понимать? Как написано? Это передай товарищу. Передай товарищу. Нет, это не вынести. Поддержите меня. Всю жизнь я готовила себя в жены Калмыкова. Вы слышали, что она сказала? Вот такая работа над собой. Столько усилий, самоограничений, все зря. Возьми, это не мое. Отныне и не мое. Да? Вот об этом ты пожалеешь. Вот так. Коль, спасибо, делись. Девочка, я вас поздравляю. Дмитрий Андреевич, спасибо. Наконец-то. Что за дела? Прошу вас, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, жена. Посмотрите, что она тут натворила. Молодчина. Такую берлогу привести в столь надлежащий вид. Вы знаете, что тут было? Тут не женщине, тут бульдозеру впору было потрудиться. Здравствуйте. И тут свои проекты поразвесил. Молодцы, все достигнуто на высшем уровне. О, здравствуйте. 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 А где сама? Сейчас выйдет, готовится. Здравствуйте. 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 Вы наш-то бобра убил. Прошу прощения. Мария Владимировна. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Будем знакомиться? Вы уж нас извините, что свадьба у нас не по правилам. И стульев не хватает, и стол маловат. Ну да будем так пировать. Чем-чем, все на высшем уровне. Сарычев, Иван Семенович. Здравствуйте. Директор комбината. Спасибо. И вас опробуем. Здравствуйте. Вера Георгиевна. Очень приятно. Галина Николаевна, Струмилина. Здравствуйте. А Юрий Александрович где? Да он еще домой не заезжал. Наверное, с горком приедет. Богачев. Здравствуйте. Председатель нашего исполкома. Желаю вам счастья. Спасибо большое. А это супруги Расторгуевы. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Простите, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина Петровна. Мария Владимировна. Очень рада. Анатолий Сергеевич. Здравствуйте. Толя. Опора всего нашего предприятия. Всегда шутишь. Милочка. Опора, опора. А мне эти опоры рассчитывать приходится. Оля. Здравствуйте. Хорошая живопись. Вам нравится? Интересно. Ну что, мила. Изящно. Я ждала другого. Ну почему? Как хорошо, что вам понравилась эта картина.
Очень рада познакомиться с вами. Здравствуйте. Вот вы знаете, я говорю, всю жизнь я готовила себя в жены Калмыкову. Такая работа над собой, столько усилий, самоограничений. И все зря. Как же вы упустили? Как так получилось? Подумать только. Ну, как говорится, каждому свое. Прекрасно. Пройдем. Да. Веселый человек делал. Как вы это хорошо сказали. Вот именно веселый человек. Это писала Наталья Габричевская Северцева. Она действительно была очень веселым человеком. Я люблю эту картину. Маша. А? Веселый человек, как вы это хорошо сказали. А это Коля. Коля. Тот самый. Тот самый. Здравствуйте, Коля. Здравствуйте. Я тут о тебе доложил. Могу представить. Ну что, гости дорогие, все на столе, прошу вас. Проходите. Ну, Лёва одолжил. Здравствуй, Лёва одолжил. Не скроешься, нет. Маша, ты посмотри, кто приехал. Какой дом, а? Лёва. Маша. Лёвочка. Здравствуй. Здравствуй. Поздравляю. Спасибо, поздравляю. Лёва. Ну это невероятно. Откуда ты взялся? С неба. Мир технического прогресса, авиация. Вот приятная погода, и вот я здесь. Между прочим, я здесь с утра, вам и невдомёк. Ну вот так, это тебе персонально, это Александра Васильевна. Ой, Лёвочка, спасибо. Это лучшие люди Москвы по цветочку собирали. Ох, какой дом, а? Лёва, а это что? Это узнаешь скоро. Ну пошли, пошли. Товарищи, а? Лев Алексеевич Соколов, лично. Ну, молодец. Тебе чем-нибудь помочь? Знаешь что? Что? Я люблю тебя. Что? Я люблю тебя. Болит совещание, скомкал. А народу? Ну хорошо, а кому вручать? Сейчас я тебя представлю. Здравствуйте. Мария Владимировна. Очень приятно. Струмелин Юрий Александрович. Очень рада. А ты мне по поручению городской партийной организации разрешите вручить. Спасибо. Товарищ Струмелин, здравствуйте. Какая приятная встреча. Здравствуйте. Сколько можно? Там, где бродят моржи и медведи, Калмыков архитектор служил. Он любовной о страсти не ведал, лишь одну архитектуру ценил. Лишь ее он любил беззаветно, это точно проверенный факт. Сохли девки поем повсеместно, только он не влюблялся никак. Напрасно красотки девицы подбирали отмычки ключи. К Петрушковой он едет в столицу. Тетя Шура меня научи. Осерчала тогда Петрушкова, быта нового главная мать. И сказала она Калмыкову, с этим делом нам надо кончать. И дождик закапал в Сахаре, в Антарктиде пророс огурец. Сдох медведь в заповедной Дубраве, Калмыкова ведут под венец. С красавицей Машей в неге перед нами счастливчик стоит. Дорогие братишки, коллеги, что это горько, пущай подсластей. Дорогие братишки, коллеги,
что это горько, пущай подсласти. Дорогие братишки, коллеги, что это горько, пущай подсласти. Горько! Горько! Вот говорят, север, леса, тундра, печаль, экая красота. Что скажете? Прелесть. Красоту, брат, нынче примечать не принято. Красота нынче не в моде. Как же ты-то промахнулся. Против моды пошел. Слышь, вон какой тонкий комплимент тебе был сделан. Я оценила. А вообще-то я человек не модный. Знаем мы, какие вы не модные. Ну что, здесь может быть закинь? Давай сюда, Михаил Николаев, а? Хорошее место. Здесь нет и не было никогда ничего. Ладно. Давай тогда за этот мыс. Вон смотри, какая сопка. Монблан. Заходи аккурат за этот Монблан. А куда-то другое дело. Где-то живет здесь одна строптивая щука. Куда же это я свою самую-то задевал? Не зацепись. Подергивай, подергивай. А? Может. Кажется, есть. Исток не коряга. Это не коряга. Ну, вы где здесь подсак? Давай подсак. Держи. Смотри-ка. А? Вот это рыбка. Да. Вполне приличная щучка. Ну, Марья Владимировна, что с первого заброса, ну, знаете. Дай-ка. Нет сил, комары загрызли. Давай надену. Маша! Маша! Маш! Поздравляю тебя! Ты утверждена начальником инспекции архитектурно-строительного контроля при горосполкоме. Усвоила свой чин или повторить? Усвоила. Приходилось бывать. Ну, таким образом, ты теперь можешь управлять мной не только здесь, но и в горосполкоме под непосредственным руководством товарища Богачева. А тебе не кажется, что товарищ Богачев приобрел кота в мешке? Да нет, не кажется. Нет, Маш, даю тебе слово, я цены не набивал. Тем более, товарищ Богачев сам отлично разбирается в людях. Ух, какая прелесть. Отныне мы будем обедать дома. Иногда. Вас понял. Нет, Маш, ну это же прекрасно, пообедать дома, а? Я столько лет не обедал дома, и вот по этому случаю купил Ризлин. Почему-то через «З». Ну так, наверное, даже лучше, а, Маш? Ты, конечно, хотел купить водки. Ну, постеснялся, бедняга. Ну, Маша, ну что вы говорите, водка, это так нехорошо. Погоди, Митя.
А ты часом не алкоголик? Да нет, Маш, я не алкоголик. Я пью, как все люди пьют. Митя, ну все люди пьют очень много. А что ты хочешь этим сказать? Ну, если как все люди, то, стало быть, ты выходит вроде как бы и алкоголик. Да клянусь, Маша, я не алкоголик. Ой, не клянись, Митя. Жизнь покажет. Ну, покажет, покажет. Не отставать. Давай, давай. Так все и будет, в гору и в гору. Работай, работай. Будет и под гору. Здрасте! А говорил разряд. Помочь? Не надо! Знаешь что? Давай-ка домой. Почему? Сейчас узнаешь почему. Вон! Все нормально!
Разрешите представиться? Розанов Алексей Алексеевич. Очень приятно. Мария Владимировна, если не ошибаюсь. Да. Много наслышан. Много. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас. Благодарю. Да, слушай, начальство меняется, книжки все те же остаются. Да. Здравствуйте, Екатерина Николаевна. Здравствуйте, Анастасия Касьяновна. Здравствуйте. Да, ну что ж, очень приятно познакомиться. Здравствуйте. Что это вам такое принесли? А мы тут с вашим мужем, знаете, повоевываем немножко. Впрочем, мне по своей должности, знаете, не привыкать. Главный архитектор всем поперек горла. Ну, вот видите, у вас все возможности начать работу по разложению тыла противника. Шучу, конечно, шучу. Надеюсь, вы будете сохранять принципиальность. Буду сохранять. Вот видите, вы уже рассердились. А, выходит, опоздал. Только-только собрался вас познакомить. Мы уже познакомились. Да, мы уже познакомились.